Чарнакоин был включен как один из вариантов оплаты для Transmate. Новое революционное приложение, которое поможет операторам и пассажирам более эффективно взаимодействовать друг с другом. Transmate уже коммерчески доступен и, как ожидается, получит широкое признание в США. Помимо этого, Чарнакоин теперь доступна на бирже SOUS Exchange, а также будет использоваться в качестве одного из способов оплаты для солнечной фермы 4MV, находящейся в Давао-Сити, Филиппины, и для 50-миллиметровой солнечной фермы мощностью 300 акров в штате Мэриленд.